Несмотря на то, что Бешикташ много забивает, но Бешикташ достаточно много пропускает, и есть проблемы в обороне. Конечно, это сбалансированная команда, которая не зря в прошлом сезоне выиграла чемпионат, выиграла досрочно. И, конечно, мы относимся с уважением к этой команде. Но, разобрав игру команды, мы дали информацию игрокам о сильных и слабых сторонах. Но важно сегодня показывать свою игру и думать прежде всего о своей игре, как ее улучшить. Конечно, мы понимаем, насколько непросто играть в Стамбуле, но я верю в свою команду. И тот результат, который мы показывали в прошлом сезоне, он не случайен. Он действительно плод той работы, которую мы все вместе провели. И важно завтра самим ребятам раскрепоститься, показывать футбол. Я уверен, и я верю в свою команду, верю в их силы, что они могут играть в футбол, несмотря на поддержку, там, я не знаю, сумасшедшие торсиды болельщиков. Они сталкивались с такой атмосферой. И в первую очередь я жду не... сколько очков мы заработаем, чтобы мы показывали игру, присущую киевскому «Динамо», и, конечно, набирали очки и старались выиграть любой матч. Есть молодые ребята, которые прогрессируют и сейчас попадают в основной состав. Кадровые проблемы только Данила Силва, Никита Бурда, которые еще не восстановились. Остальные все в строю и готовятся к игре.